В заключение выпуска рубрика «Без происшествий» слово Илье Кошкину. Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот интересный экземпляр Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. Владелец недавно отремонтировал мотор, но проигнорировал рекомендации мастеров по обслуживанию и ремонту топливной системы. После чего во время движения автомобиль заглох и больше не завелся. И сейчас он вновь находится в автосервисе. Во время диагностики в сервисе автомастерам попадались сюрпризы прямо внутри двигателя. После снятия двигателя с автомобиля и его разбора мастера обнаружили вот такой вот артефакт – расплавленный поршень. Отличие расплавленного поршня от нормального можно увидеть даже невооруженным взглядом. Он даже поплыл. А при виде частей поршня, которые выковыривали из двигателя, становится плохо даже опытным автомеханикам. Интересно то, что температура плавления данного поршня около 650 градусов. Клапана также оказались в плачевном состоянии. Их хорошо погнуло. А головка блока цилиндров нуждается в ремонте. Ну а если посмотреть на блок цилиндров, то внутри можно обнаружить расплавленные части поршня. Вердикт следующий. Блок цилиндров либо под замену, либо он отправится на гильзовку. Сейчас владельцу приходится передвигаться на своих двоих, а ремонт ему обойдется в кругленькую сумму. Если вы ездите на дизельных автомобилях, то стоит внимательнее прислушиваться к рекомендациям мастеров и обращать внимание большое на топливную аппаратуру. Многие люди покупают дизельные машины для того, чтобы экономить во время эксплуатации. Но за такими автомобилями следить нужно внимательно. Для того, чтобы не найти потом внутри вот такой вот артефакт. Обслуживать ваш автомобиль можно в СТО «Личное». Грамотная диагностика автомобиля, ремонт подвески и двигателя, шиномонтаж, ремонт электрики, а также нестандартный подход к решению задач. СТО «Личное», Ломоносова, 11, телефон 256-156. Важен каждый клиент.